Запасаться продуктами впрок – привычка, оставшаяся у россиян со времен перестройки. Старшее поколение, переживая из-за введенных против нашей страны санкций, последовало ей и сейчас, сметая с прилавков магазинов сахар, соль и крупы. Сотрудники торговых точек такой ажиотаж считают неоправданным. Поставки регулярные, в достаточном количестве товар приезжает. Я думаю, волноваться не стоит. То есть как бы цены скачков таких колоссальных как бы не было. То есть все остается как бы приемлемо. Сахар, крупы, товары социального спроса как бы у нас поставляются через день. В общем, как бы в хорошем количестве достаточно, поэтому есть всегда в наличии. Такая же ситуация в большинстве торговых точек города. Цены и ассортимент товаров остаются на прежних уровнях. В рамках доктрины продовольственной безопасности наш регион полностью обеспечен продуктами питания. Поэтому запасы товарные в сетях у нас сформированы. Какие-то позиции у нас от 10 до 20 дней запас сформирован на складе либо в распределительном центре. В ряде магазинов на распределительных центрах запас составляет до 2 месяцев. Продукты питания имеют ограниченный срок годности, так что вскоре стратегические запасы могут стать пустой тратой денег и полететь в мусорное ведро. Сейчас в магазине достаточно спокойно, нервных покупателей с горами продуктов в тележках нет. Скорее всего, их время придет ближе к выходным, но и это не примета смутных времен, а лишь еженедельные закупки. Пустых полок в магазине нет ни в одном из отделов, ассортимент достаточно широк. Анна Чайникова, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.